Аньосио, Черемен Полинемида. Черемен Аннамида. В общем, сегодня у нас непростая съемка. Сегодня мы впервые записываем интервью с одним человеком. У нас уже были ответы на вопросы, но впервые вот такой вот какой-то сегмент у нас появляется на канале. Итак, для Ани будет шоком. Она только сегодня узнала тему нашего видео. В общем, сегодня мы снимаем ответы на вопросы по поводу замужества. Аня уже замужняя у нас девушка. Уже сколько лет? 3 года. 3 года. Ужас! 3 года уже замужем. И как тебе эта семейная жизнь? Отлично. Отлично. Я в восторге. Угу. Окей. Давай-ка перейдем к нашим основным вопросам. Первый вопрос. Во сколько ты вышла замуж? Когда это было? 16-й год? 2016. Ужас. И сколько тебе тогда было? 16 лет. Ну, мне было 16, и женились. А, окей. Твоя дата рождения? 25 августа 99. И ты вышла в 2016. Да. Класс. Как вы познакомились со своим теперешним уже мужем? Это было на Дзенбазе, там было много наших друзей. Ну, как бы, у нас были, в принципе, совместные друзья, но мы раньше не встречались вместе просто. А это было такое, раз мы смогли встретиться вместе, и разговоры зацепились. Снова за столом. И поехала. А сколько тебе лет это было? Не жалеешь, что так рано выскочила на пути? Ну, честно говоря, поначалу казалось, типа, да. Вот, как не нагулялась, сидеть дома или постоянно ходить с человеком, с одним человеком. Вот. И знаешь, ну, казалось бы, как будто бы он был какие-то запреты ставить, типа, стильно не гуляй, туда не ходи, сиди дома и идти, готов кушать. Окей, что вы делали в ваш конкретный выгодный период, как у нас называют в Украине, вот до замужества, когда вы только-только еще познакомились, наверное, даже первые месяца 3, допустим. Чем вы занимались? Вы, может быть, гуляли, выезжали? Мы очень много разговаривали по телефону, просто очень много. Мы ночами сидели, разговаривали, допоздна. Уже скоро светает, и мы уже можем трубку спать, мама скоро выйдет меня тормошить. Ну как ты считаешь, это ваш лучший период или вот все самое лучшее начинается сейчас, после замужества? Ну как, например, сразу после замужества у нас возникли некоторые вопросы, проблемы, вроде отдельного жилья или там постоянный работ. Я, например, тогда еще училась, я тоже училась. То есть это было просто очень сложно. Я не могу назвать долгий период прям лучше. Но сейчас у меня уже, например, такой период, когда просто все налаживается, все максимально налаживается. То есть ты очень вовремя пришла на это интервью. Следующий мой вопрос. Почему ты решила выйти замуж? Ну, знаешь, потому что многие люди думают, что выходят замуж, ну, чаще всего в таком раннем возрасте, по залету. Я думаю, у вас такого не было, у вас все по любви, но почему именно так рано? На самом деле я должна была уезжать в Америку после 18.
Ну, как бы это было уже спланировано давно, это должно было быть. И мы познакомились, и никто с друг другом расставаться не хотел. И я думала, я не поехала, уехала за него муж. Ты сейчас не жалеешь об этом решении? Я не жалею об этом решении. У нас было так, что все наши ссоры заканчивались. Мы, например, поссорились, и минут через 20-30 минут помирились. То есть главный совет, который ты можешь дать людям, которые хотят быть замуж? Да, нужно разговаривать с вашей половинкой. Это очень... Сейчас вопрос, который, на самом деле, мне кажется, интересует многих наших подписчиков. Как тебе сделали предложение? Знаешь, вот, ну, часто корейцы пишут о том, что вот, обязательно нужно там, типа, снять яхту, не знаю, там, чтобы все было красиво, дорого, богато. Как это было у тебя? Как, ну, ты сейчас представляешь украинок, скажем так. Как это произошло вот в тот день у тебя? Правда, на самом деле, мне кажется, я сейчас дам такой шокирующий контент. Мне не делали предложение. Ага. То есть вы как-то договорились об этом? Да, мы не то чтобы договорились. Мы заранее знали о том, что мы просто должны пожениться. Я не могу сказать, что для меня это шок. Я очень часто слышу подобные истории именно от украинцев. Я имею в виду для корейцев. А, да. Для корейцев это определенно будет шок. Просто, например, у них принято выходить замуж уже после 30, где-то ближе к 30, так, mm-hmm. чтобы, знаешь, нагулялся, карьеру построил, mm-hmm. дом купил, цветок посадил, ну, все сделал. Ну все, я готов к семье, типа, я готов себя отдавать. А вот я уже жизнью насладился достаточно, и все, теперь я буду отдавать. У нас это не так. У нас это абсолютно не так. Поэтому в ЗАГСе, но такого, чтобы он стоял на колено, там как-то повариновал я, mm-hmm. где-то что-то, какой-то романтический ужин, ну этого не было. Просто уже знали, что мы на это обречены. Обречены быть обрученными, да? Да. Не, ну смотри, на самом деле у корейцев также определенно есть, вот, знаешь, какой-то такой вот план построенный в парах, что вот они там, допустим, через 3 года обязательно поженятся. То есть так, как и у вас, по сути, было, вы знали, что у вас вот, будет свадьба, вы обречены быть вместе. Но у корейцев все же есть вот такая вот стадия, ступень, на которой они все-таки делают это предложение. Знаешь, вот собирают друзей, собирают семью, и уже при них вот становятся на колено и делают предложение. Тебе бы не хотелось, чтобы с тобой сделали так же? Не знаю, на самом деле я вообще не разочарована тем, что у меня как не было такого именно, типа, выходи за меня. Я бы сказала, это мне не нужно. Я знаю, что человек меня любит, что, может быть, со мной, но абсолютно достаточно. А как же тогда вот друзья, родственники отреагировали на то, что вы женитесь? Папа в шоке. Папа... Ну, живет в Америке, он позвонил нам, говорит, Аня. Говорит, Аня, что ты делаешь? Ну, говорит, подожди, пройдет, ну вот, какое-то время, ты должна уже ехать сюда, ты потом будешь об этом жалеть. Я ему объяснила свои причины, почему я хочу выйти замуж за этого человека. И он со мной согласился. Он с нами согласился и сказал, ну делай, как знаешь. 16 лет, это должна быть огромная сила воли, какая-то такая внутренний стержень, чтобы на это решиться. Потому что, ну, все-таки осуждение со стороны многих людей и должно было. Было, да? Да, особенно подруги мои резко очень реагировали на это. Ну, Аня, тебе 16 лет, что ты делаешь? Говорили там за спинами тоже. Ну, как бы, они остались в прошлом. То есть сейчас тогда только те люди, которые тебя поддержали? Да, да. Через год после того, как я вышла замуж, моя старшая сестра вышла замуж за старшего брата моего мужа. Серьезно? Так у вас там все прям скрипнуло. У нас все очень скрипнуло, да. Никто не ожидал. Да! Мы тоже не ожидали. Мы просто пригласили их. Она прилетела с Америки сюда на лето.
мы просто пригласили их вместе встретиться, провести время. И что это произошло? Слушай, по вашей семье уже спокойно фильм снимать. Серьезно, я просто впервые о таком слышу, по крайней мере, из моего окружения. И для меня это все еще такой вот шок немного. То есть мало того, что ты 16 лет вышла замуж, так еще и твоя сестра вышла замуж вскоре за брата твоего мужа. Да. Капец, как это Санта-Барбара получается, все переплетено. Простите. Я очень рада, что позвали тебя на эфир. Более такой, знаешь, материальный подход к делу. Какие были растраты на свадьбу? Была ли это большая сумма, или вы ограничились маленьким бюджетом, собрали только самых близких? Мы ограничивались маленьким бюджетом, мы вообще не здесь это праздновали, это было в другом городе. А мы, ну как, это было с его стороны поддержка, с моей стороны поддержка. Ну, то есть мама, папа все поддерживали. В плане прям в сумму я тебе не скажу, вообще не скажу. Но у меня, например, мою свадебную платье не шила мама, но у меня в каком-то жиле. Это очень удобно. Очень. Но тебе нравится, как ты тогда выглядела, как ты себя чувствовала, что было вокруг? Единственное, что бы я поменяла, это чтобы не так жарко было. И мы выбрали самый, что ни на есть, жаркий день июля. Это было, по-моему, 15 июля. И тогда было 43 градуса, и мы просто все такие... Ну смотри, я хочу объяснить для наших зрителей. В принципе, в Украине средняя температура летом 30 градусов, да, где-то. И у нас не так влажно, как в Корее. То есть, мне кажется, у нас не так жарко, как в Корее. Я была в августе в Корее, и там было просто неимоверно душно, жарко, и ты просто идешь, ты весь мокрый, потный. Здесь не так. Здесь у нас суши лето, соответственно, оно принимается как-то легче, переживаем его проще. Но 40 градусов, когда солнце палило, просто неимоверно, да, я так понимаю, это был акция, было платье, оно у тебя было длинным? Нет, оно было вот такое. Ага. Но оно вот здесь полностью непрерывно было. И оно прибегало, как сильно. Смотри, мы разъяснили, ну как, не то чтобы разъяснили, просто немного подобрались к теме материальной. И сейчас мне хотелось бы узнать, кем работает твой муж. Это не тайная информация, он не КГБшник какой-то. Это не тайная информация. Он работает в фирме по производству кондиционеров. Ну, не только производство, а как бы установки, и он монтажник вентиляционной системы. Так, какие плюсы и какие минусы свадьбы до 20 лет? На самом деле у нас возникает много конфликтов из-за разницы в возрасте. Ну, чаще всего это только из-за этого возникает конфликт. Я что-то понимаю так, он что-то понимает так. Он пытается объяснить мне свою точку зрения, а я своего не вижу и дома. И поэтому возникает разногласие. Но... Итак, последний наш вопрос. Он уже не связан со свадьбой, со всем подобным. Он скорее связан с нашим каналом. Что ты знаешь про Корею? BTS. Ты являешься фанаткой кей-попа? Я ARMY. Ты ARMY. То есть ты не можешь себя назвать фанаткой кей-попа, ты фанатка BTS. Да, и ну как, я слушаю иногда песни других групп, но не отдельно. Окей, какая твоя любимая? Ага, у меня еще один вопрос. Смотри, опять же, связано чисто с каналом. Можешь уже выдохнуть спокойно, по поводу свадьбы ничего спрашивать не буду. А любишь ли ты корейские фильмы смотреть? Смотришь ли ты их вообще? Ну, не фильмы, а драмы скорее. Окей, а какой жанр твой любимый? Комедия скорее. Ты, в принципе, ужас. Мы как-то ходили с Келли в кинотеатр. Мы, наверное, половину фильма не досидели, а мы так много. Если что, приглашаем наш канал сниматься в реакции на фильмы, если тебе это будет интересно. На этом все. Я была очень рада тебя увидеть. Наконец-то мы с тобой не виделись несколько лет. Да. Ты еще тогда не замужем была, по-моему. Да. Так что это впервые, когда я тебя вижу в статусе жены.
Капец. Ну, ты не встречалась. Да. Мы увидели своего детства. Это я помню. Ну, тогда я не знала, что ты уже жена. Прости. Жила с вами подбежать ко мне и сказать, типа, я уже вышла замуж, зная об этом. В общем, на этом все. Обязательно приходи сниматься еще. Бури, тащи мандаёк.